И с начала этого года региональный материнский капитал за рождение первого ребенка получила 4131 семья. За 10 месяцев из бюджета Тюменской области на эти цели было направлено почти 620 миллионов рублей. Размер выплаты, напомню, составляет 150 тысяч рублей. Он введен с 2020 года по поручению Александра Мора в рамках реализации нацпроекта «Демография». Обратиться за назначением капитала можно в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Заявление принимают через региональный портал госуслуг. Также можно подать документы через филиалы МФЦ.